Телевизионное агентство недвижимости «ТВ-дом» представляет рубрику «Горячая семерка. Лучшие предложения недели». Седьмое место. Продам двухкомнатную квартиру на улице Морозлиевской. Площадь 46 квадратных метров. Ремонт. Комнаты раздельные. Кухня-столовая. Высокие потолки. Красивый двор. Рядом зеленый театр. Цена 37 тысяч. Шестое место. Продам двухкомнатную квартиру в кирпичном доме на улице Левитана. Площадь 52 квадратных метра. Просторные комнаты, встроенная кухня, большой балкон. Цена 33 тысячи. Пятое место. Продам квартиру-студию в жилом комплексе 51-я жемчужина на улице Генуэзской. Балкон, красивый вид на море, благоустроенная территория. Цена 28 тысяч. Четвертое место. Продам двухкомнатную квартиру на улице Богдана Хмельницкого. Общая площадь 60 квадратных метров. Большие раздельные комнаты, высокие потолки. Цена 26 тысяч. Третье место. Продам квартиру-студию на улице Греческой. Бельгийка, площадь 28 квадратных метров. Рядом горсад. Цена 25 тысяч. Второе место. Продам однокомнатную квартиру на проспекте Добровольского. Седьмой этаж девятиэтажного дома. Чешский проект. Площадь 34 квадратных метра. Панорамный вид на море. Цена 23 тысячи. Первое место. Продам однокомнатную квартиру на улице Академика Филатова. Площадь 32 квадратных метра. Балкон, уютный двор. Рядом парк Горького. Цена 19 тысяч. «Горячая семерка» – лучшее предложение недели.